Канал компании Vivo Telecom. И сегодня мы снимем несколько необычный ролик. Он будет рассказывать о нашем филиале в городе Краснодар. Находимся мы в Краснодаре на улице Солнечная, 4Б. Офис расположен на втором этаже, кабинет номер 200. Я сейчас покажу тогда ориентир. Дверь наша номер 200, ориентир у нас столовая, то есть вы сразу поднимаетесь по лестнице и попадаете в наш офис. Здесь у нас слева расположено служебное помещение, наверх у нас располагается бухгалтерия, менеджеры и инженерная. Далее прямо у нас серверное и устройство для хранения, ну, то есть складское помещение. И при заходе в офис сразу у нас есть рабочий зал или торговый зал. Здесь располагается место менеджера, который сотрудников, посетителей. Здесь будет также еще одно место, чтобы сотрудников было двое. У нас есть кассовый аппарат для приема наличных платежей. Есть терминал Сбербанка для приема банковских карт по оплате. Ну и весь товар представлен у нас на витрине. Ну, точнее, не весь товар, а наиболее популярные позиции имеются на витрине. Давайте начнем с радиостанций. Наверху у нас располагаются радиостанции Vertex Standard. Они расположены по ценовым категориям, грубо говоря, от бюджетной линейки и к профессиональным станциям. Там также стоит Hytera 1 PD785. Далее, основная полка у нас с радиостанцией Motorola, то есть представлена сейчас фактически вся линейка, то есть начиная от коммерческой серии 1, DP1400 стоит цифровая, SL1600, DP2400, DP3661E и взрывобезопасная станция из 4 серии DP4401EX. Ниже у нас располагаются профессиональные станции других производителей. Тут Hytera TC508 расположена, ICOM ICF16, Alinka DJ A41, и, ну и Yasu две станции FT70DR и FT60. Это сделано для того, чтобы показать, что, ну, с какими брендами мы в основном работаем. То есть по одной станции фактически от каждого производителя поставили. Естественно, на складе имеется позиций больше. На конец 2017 года 297 позиций наименований продукции уже есть на складе в Краснодаре. Так, ну и ниже профессиональная линейка, но бюджетного исполнения. То есть в основном мы работаем с радиостанциями Лира, поэтому тут вот вся линейка представлена. 112 модель, 210, 510, 580-я любительская, двухдиапазонная. Ну и рацию R900, она тоже показывает себя с хорошей стороны по дальности, поэтому мы ее тоже представили на витрине. Так, но сверху на витрине, на второй секции у нас располагаются безлицензионные станции Motorola. Тоже здесь не весь модельный ряд, который есть в наличии. То есть, ну, просто показать посетителям, что можно приобрести и бюджетную линейку у нас. Самую дешевую, то есть 2090 рублей на данный момент стоят две станции Т-40-ых. Так, ниже у нас располагаются автомобильные станции, также Motorola, Vertex Standard и Motorola 4 серии. Опять же, для того, чтобы показать наши основные бренды по профессиональной радиосвязи из автомобильных станций. Ниже у нас есть линеечка CB станций, также
сделанные по одной станции от каждого производителя. Основных, которыми мы занимаемся, это Optim, Vector и Президент. Далее показано, что мы работаем с высокочастотными разъемами и с антенно-фидерным оборудованием, то есть это набор ВЧ-переходников, грузоразрядник один из представлен из типов от ОПЕКа в данном случае, потом комплект герметизации разъемов от ФИМА, ну и опять же, раз тут стоят автомобильные радиостанции, поставили на витрину выносной динамик от Standard Horizon. Ниже у нас показаны блоки питания и преобразователи напряжения для автомобильных радиостанций. Ну, опять же, по такому же принципу, то есть по одному от каждого производителя. Сибконтакт, Базис, РМ итальянский, РТГ-15 и веговский блок питания, импульсный аккумулятор, АКУ на 12 вольт, 12 ампер час. И блок питания бесперебойный, волна ББП-3/20. Ну, а третья витринка у нас еще не закончена, потому что мы планируем здесь расширить линейку измерительного оборудования и сетевого оборудования, поэтому на витрине оставили место именно под микротик, под флюк, под теста и так далее, под Ubiquiti. Также мы еще занимаемся тактическим сетевым, поэтому вот одна единичка, самая маленькая, которая вошла на витрину, это чехол для радиостанции от 5.11 Tactical, мы тоже представили на витрине. Ну, выложены аксессуары для радиостанции Motorola, в данном случае выносной динамик и проводная гарнитура. И для автомобильных станций положено, опять же, одно магнитное основание, одно врезное основание и кабель питания для радиостанции Motorola. Ну и на стойке на сетчатой у нас представлены антенны. Опять же, для каждого диапазона по одной, чтобы пользователям можно было понять, каким образом данная продукция выглядит. Это антенны стационарные, автомобильные, в разные диапазоны. В 400 МГц, 136, 74 МГц и в 27 МГц. Автомобильные на магнитных основаниях и под врезку. Ну, вот такое получилось видео. Всем большое спасибо за внимание. Поздравляем с наступающим Новым годом. Всего вам доброго, удачи, успеха во всех делах, позитивного настроения весь следующий год. Спасибо большое за внимание. Всего вам доброго. До свидания.